Масштабные учения ко дню гражданской обороны пройдут завтра в Карачаево-Черкесии. Помимо всего прочего, учения предусматривают проверку системы оповещения, в том числе запуск электрических сирен и трансляции сообщений на телеканалах и радиостанциях. Подача сигнала будет сопровождаться сообщением «Вниманию жителей республики». В ходе проверки также будут задействованы уличные громкоговорители, технические средства организации, сопряженные системы оповещения и других специализированные технические средства. Просим жителей гостей республики не поддаваться панике и сохранять спокойствие. Напоминаем, что комплексная проверка пройдет в рамках всероссийской штабной тренировки по гражданской обороне.